Час назад под Минском стартовал еще один чемпионат – мировое первенство по вертолетному спорту. Поддержать белорусскую команду на аэродром Боровая приехал космонавт Олег Новицкий. Для меня реально было бы, наверное, тяжело попасть вот этим тубусом в бочку, пролететь через ворота. Все это идет, конечно, расчет на время. Но я надеюсь, что все-таки наша команда победит здесь. Но это кардинальная огромная разница, поскольку вертолет управляешь ты сам, как пилот. А находясь в космическом корабле, ты отследишь работу автоматики. И сам принцип, здесь у нас работает винт, там работают реактивные двигатели. Это баллистическая ракета. Сегодня первые испытания. Соревнования начались с параллельного полета, самой сложной и самой красивой дисциплины. Ее еще называют королевой вертолетного спорта. Затем экипажи соревновались в параллельной развозке грузов. Впереди слалом и навигация. Всего участвуют более 30 команд из Беларуси, Польши, Украины, Австрии, Германии, Великобритании и Китая. Накануне мастер-классы для экипажей провел пилот с 20-летним стажем Леонид Якубович. Чемпион определится к концу недели. На выходные оставили и самую зрелищную программу «Фестиваль про небо».